Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Огромное количество наших ресурсов, которые находятся на нашей земле. Все мы прекрасно знаем, что четверть суши принадлежит России. И эта суша не дает покоя другим государствам, которые с удовольствием заняли бы ее, потеснив нас. Русская земля должна оставаться у русских. Всегда будем бояться того, что к нам придут, щелкнут пальцем и скажут: ребят, ну все, собирайтесь, как бы, нам эта земля нужна. Что значит аренда? Мы ни в чем не уверены, у нас такое законодательство, что нельзя быть ни в чем уверены. Нет, мы не согласны, что любому иностранному государству отдают нашу землю, которая принадлежит нам, народу. Дело в том, что ни такого прецедента никогда нигде не было, ни одна страна не отдавала свои земли в аренду ни другому чужому государству. Если нас не услышат сегодня, значит, мы соберемся в августе, мы соберем больше народу, мы приложим все усилия для этого. И мы все-таки доведем свою мысль, свои слова, свой крик о том, что чего мы боимся и чего мы хотим в этой стране. Я считаю, что это позиция власти для... Как-то надо принимать какие-то действия для того, чтобы наш народ мог обрабатывать нашу землю. Считаю так. Для иностранцев все, для своих граждан ничего. На самом деле, что происходит в Кремле, мы не можем знать и не знаем. Какое давление, не давление, что там навязывают Путину, что не навязывают Путину. Мы по телевизору видим одно. Подъем экономики страны, в городах поднимаются, значит, сельское хозяйство, поднимается производство, предприятия поднимаются. В городах люди работают, живут, взять ту же самую Иркутскую область или, допустим, ту же самую Бурятию. Да? В отличие от Забайкальского края, мы это видим прекрасно, что развитие идет. Нами, активистами, была создана инициативная группа, которая в составе 3 человек 10 августа едет в Москву на прием к президенту. По земельным вопросам. По вопросам задержки зарплат, урезанию пенсии. Я вам скажу, что то, что у нас нет людей, которые хотят взять в свои руки вот эти земли, которые хотят отдать китайцам, это полная ложь. Нет, я бы сказал, нет условий для того, чтобы эти люди могли взять эти земли. Моя позиция и отношение к этому отрицательное. Я люблю Забайкалье, я люблю край. И я буду за него не просто бороться, я буду за него грызть, я буду за него вгрызаться. Эти люди, которые собрались здесь, я полностью их поддерживаю. Свою землю отдавать иностранцам мы не будем. Ни в аренду, ни продавать не позволим. Наши деды, наши предки отстаивали нашу землю, неважно какая она была, пустующая, неразработанная, никому не нужная. Они не отдавали ее никому, умирали за нее, проливали кровь. И даже на 5 лет не отдадим. Мы все вместе будем бороться за свою землю.